рыбалка. Мы с вами будем ловить форель. Представляете, в Одессе будем ловить форель. После ролика с осетрами опять захотелось какой-то экзотики, опять захотелось новых ощущений. И хочу, чтобы я передал вам эти ощущения, чтобы вы посмотрели, что реально в Одессе можно ее поймать. Брюшко, смотрите, какое золотистое, красивое, а спинка такая зеленоватого оттенка, вот. Но такое насекомое, смотрите, золотистого цвета. Половил я на лесную в виде бабочки, такая вот она, золотая. Хочу попробовать половить в форме жука. Вот такой вот красивый жучок. Я только закинул жука, сразу такая яркая поклевка. Класс! Буквально считанные секунды. Знакомлю вас со своим арсеналом блесен для сегодняшней рыбалки. Они компактные, но имеют достаточный вес для дальнего и точного заброса. Лепестки блесен, обклеенные с двух сторон голограммными наклейками, создают объем и повышают уловистость, особенно в чистой прозрачной воде. И даже рыбы с хорошим зрением, такие как хариус, форель, ленок, окунь и другие, не могут устоять перед ним. Блесны комплектуются очень зацепистым тройником Овнер, что исключает пустые поклевки и исходы рыбы, а идеально навязанные на тройники мухи усиливают привлекательность блесен для очень осторожной рыбы. Корпус блесны имеет вид тела насекомого, что является дополнительным фактором для результативной поклевки. Иногда после нескольких удачных поклевок рыба перестает атаковать блесну какой-то окраски,
На этот случай я беру такую же блесну, только другой расцветки. Вовремя замененная блесна может продолжить активный клев. Итак, если вам нужна вращающаяся блесна, лайтовая, далеко и точно летящая, то это анаконда. Друзья, сюда стоит приезжать. Тут практически все условия для того, чтобы нормально и ловить, и отдыхать, и есть. Угощайтесь, гости дорогие. Ой, самая щедрая охрана этого места угощает чаем, представляете? Во здоровье. Спасибо. Такую блесну вот с пером, люрексом. Какая красивая, смотрите. И попытаемся ее поймать. Смотрите, на золото кидается, как цыганка. Это новая блесна от анаконды. Спиннербайтик красивый. Крайнюю форель поймали на колебалку такую, фирмы Спинекс, называется Атом. Такой тройничочек небольшой, глазик, серебряная такая колебалочка. Друзья, за полтора часа выловили свою форму, вылов, и нам этого достаточно. Смотри, какая красавица, а? Супер! О, рыбалка бомба вообще! Заканчиваем нашу рыбалку. Мы были с вами в селе Кучурганы. Есть такое озеро Надежда, в котором ловится такая прекрасная радужная форель. Впечатлений, конечно, масса. Яркие впечатления. И хочется сказать, что сюда стоит приезжать. Здесь есть и сервис, и чай, и домики, и отдых. Ну и, конечно же, не забываем впечатления от рывков такой прекрасной рыбы. Форелевая рыбалка стоит 500 гривен. В эту сумму входит 2 килограмма рыбы, которую вы поймаете. Кроме того, здесь есть рыбалка на хищника. Это щука, судак. Она стоит 300 гривен. И можно забрать 3 килограмма этой рыбы. Кроме этого, если рыбалка будет у вас карповая, то можно забрать 5 килограмм либо карпа, либо белого мура. Вот и здесь расценки. Друзья, ну а те эмоции, которые я сегодня поймал, они, конечно, бесценны. Это непередаваемое ощущение счастья и блаженства. Честное слово. Вот, супер.